купи еще сахар тут посыпал. Но говорят, сахар это хорошо посыпал. Я убрала тут немножечко, я совсем просыпала. Что-то я с горкой насыпала. Я устала, как не знаю кто, что-то. Не знаю. А мне еще сажать и копать, и... А придется куда деваться. В общем, отмочила я их все, выжила эти, как... Фигни эти. Какие фигни? Грибы. Отварила их, короче, в казане. Чуть-чуть помидорчик добавила, ароматный, как соль адыгейская. Вот. А сюда завалила, короче, картохи, масло подсолнечного. И сверху выловила эти грибы отварные. Я их, может, немножечко не доварила. Тушу картошку, короче. Такие вот дела. Как ты думаешь, хоть съедобно будет? Да, конечно. Да нормально, я думаю. Перемешать только потом и все, чтобы они в перемешку были. Крышку я когда-нибудь отмою его в тазу. Средства надо покупать. Вот такие вот помидоры. Угу. Вот я уже тут немного нарезал. Дай попробуй. Пробуй. Угу, сладкие. Сладкие, да, помидоры сладкие. Чё ты? Майонез проверяешь? Да. Достань его, чё ты. А чё там есть? Сейчас. А, мам, только не трать есть, может, с картошкой оставить. Вот осталось немного. Да оставь его с картошкой. А с как его, помидоры с чем? Полить маслом ароматным, всё. За 200 рублей 2 килограмма 700 грамм. На все хватило. Вот такая вот клубника я обрезала. Угу. Сейчас я ее вот сюда. Вот. Тут варенье было немножечко. Оставалось капель, кстати, воды. Так тарелку испачкал. Ничего, я уже... Как это? Как ропт у меня уже это. Я вот так вот сахарком ее помну, да и все, чисто так вот. Угу. Вот такая вот. Угу. Хорошо. Аромат какой. Ой, яшеньки зашибенный. Помидор тоже шибенский. Вот такие вот. Ну, в общем, вот так вот я буду это все показывать. Mm-hmm. Видео занимать, как говорится. Я просто чисто показать, что помидоры вот такие вот. Mm-hmm. Вот. На все хватило. Куда даже ну, зря. Пока. Ну, коротенько, да. Картошечку сейчас все поджарится, подрумянится, я помешаю с грибочками. Угу. Целую тарелку сейчас сделаю, вот такую вот, или две тарелки помидоров. Вот такой вот супер ужинище. Объедение, ну как говорится. Вот. Че, пока. Пока. Ну пока.